Прямо на дороге, но тут асфальт провалился, и машина повисла над водой. Приехавшие на помощь коллеги и журналисты сначала подбадривали водителя, мол, повезло, немного в сторону, и автомобиль ушел бы на дно. Но потом не повезло самому таксисту. А этот вот асфальт, он вот, вот он ходит. Вот это... Давай руку, давай, давай. Теперь адвокаты таксомоторной компании готовят судебные иски. Еще неизвестно, как оценит моральный ущерб пострадавший водитель.